Всем доброе утро. У нас уже 10 часов. Вот. Мы уже покушали, попили кофе. Денис давным-давно уже ушел на работу. Вот, он до 5 часов сегодня работает. Я думала, что где-нибудь в обед придется идти на квартиру. В итоге на квартиру мне идти нужно вот к 7 вечера. Тут недалеко тоже от дома, поэтому такие пироги. В итоге просмотрела свои волосы. Такой отблеск какой-то. Прикольно вообще, но цвет мне нравится вообще, что получилось, в принципе. Вот. С таким переливом клевым. Но на самом деле они немножко темнее, чем вообще на телефоне смотрится. Вот. Сейчас задумала посидеть, покрасить ресницы, попробовать. У меня же краска еще, не знаю, месяц, наверное, назад я ее купила, может даже больше, немножко, может меньше. Вот, хочу попробовать покрасить ресницы и посмотреть, что-то изменится или нет. Просто когда мне красили девочки, ну, к которым я ходила, типа, они там, типа, брови, ресницы и прочее, вот, то когда прокрасили мне сами кончики, выгоревшие ресницы, такое чувство, будто там, не знаю, в два раза больше стали. Поэтому, не знаю, хочу попробовать в итоге, что получится. Получится ли это у меня сделать? Но я надеюсь, конечно. Вот в итоге моя краска. Конечно, на брови я не рискну это дело наносить. Я не знаю, что вообще будет, потому что брови и так меня бесят тем, что сильно черные. Короче, я попробую прокрасить ресницы. Посмотрим, что вообще из этого получится. Тут суть такова, что на 10-15 минут нужно просто нанести на ресницы. Вот, поэтому не знаю, что у нас из этого выйдет. Здесь нужно смешать между собой два порошочка. Вылазь, давай. Типа как с краской, знаете, для волос. Якобы перекись и вот сам порошочек. Поэтому вот это вот смешиваем, размешиваем, на реснички наносим и ждем. Короче, приволокла на кухню, значит, свое зеркало. Свой походный стаканчик. Он уже окрасился просто всем, чем только можно. В нем будем размешивать. Взяла кисточку от туши и будем разводить вот эту вот красочку. Короче, первым делом сейчас выльем вот этот вот пакетик туда. Короче, какая-то эмульсия написана. Вот, и высыпаем вот этот вот порошочек. Такой коричневый. Блин, я этим занимаюсь первый раз. Короче, покушались на этот стаканчик, что типа он такой некрасивый. Хотя то, что он окрашен непонятно чем, это вообще мне по барабану. Вот. И размешиваем. Боже, такая жижа получается странноватая. Чувствую, после этой краски мой стакан еще чернее станет вообще. Зато так удобно. Сколько там размешивать, вообще не сказано, не знаю. Короче, получается вот такая вот консистенция. Микки, что ты там шаруешь? Да, в итоге вот так, как я обычно собираюсь куда-то, либо что-то начинаю делать. Все, опять позвонили. Короче, я еду сегодня на вторую квартиру. Короче, у меня сегодня две квартиры. Одна на 7 вечера, вторая через 2 часа. И через полчаса приедут, ключ привезут, поэтому... Блин. Короче, я размешиваю вот это вот все. Взяла кисточку. Все. Надеюсь, хватит. Уже все растворилось. Консистенция вот такая вот получилась. Какая-то коричневая. Не знаю. Может, даже этот... брови возьму, может быть, и прокрашу. Действительно. Сами вот эти вот... кончики. А остальное я не знаю, если честно, трогать, не трогать, без понятия, как оно вообще, что будет. Сейчас покажу, как было до. Абсолютно не дают вам поснимать даже. Сейчас, короче, позвонили и сказали, что я сейчас еду на третью квартиру. Короче, сегодня у меня прибыльный день. Блин, сейчас я из-за них чувствую так накрашу, что будет просто кобздец какой-то. Мне уже страшно. Ну что, все время выдержала, поэтому идем сейчас это смывать. В итоге вот что получилось. И ресницы
Ну, что-то поменялось, да? Все равно как-то погуще, мне кажется, стали, чем были. Хотя это уже смыто, и это без туши. Поэтому, в общем, вот такая вот вышла картина. Это я делала первый раз, поэтому и так сойдет. Все, я уже стою возле первой квартиры, получается. Жду, сейчас должны привезти ключи, потом поеду на вторую и к 7 вечером на третью. Короче, сегодня вообще завал полный. Работы просто куча. Вот в итоге результат на улице какой. Да ну, нормально. Потому что если бы, наверное, держала дольше, был бы вообще полный пипец и было бы все темно. А так с волосами сходится. Все, ура, первая квартира готова. Отправляюсь на вторую. У нас уже начало третьего. Поэтому все вот так вот. Все, выключаю свет, выхожу. Так, едем догонять черепаху. Ай, кошмар. Черепаха по телефону разговаривает. На вторую квартиру приехала. Все, едем. Тут, в принципе, не сказать, что все так плохо, поэтому приступаем и едем домой, потому что там уже Полина, наверное, заждалась. Я просто не думала, что я настолько так надолго, то есть поеду. Все, квартира уже убрана, поэтому собираюсь и уезжаю домой. Наконец-таки, мне еще ехать тут, наверное, минут 20, это точно, если не больше. Вот. Сейчас удобно по городу гоняюсь, потому что сделали вот эти вот для велосипедистов переходы, ну, чтобы типа с бордюра на бордюр не скакать, поэтому вообще супер удобно. Вот, сейчас осталось балкон закрыть, потому что все это проветривалось. И все, собираемся. Я уже приехала домой, вот, покушала. Сейчас надо покормить мне птиц, и уже скоро нужно отправляться будет на третью квартиру. И еще параллельно сегодня банщиков нашла, поэтому сегодня у меня такой прям день с беготней и более-менее прибыльный день, чем обычно. Поэтому сегодня вот. Там, наверное, буду ехать с квартиры, я уже заеду, наверное, в магазин. Ну, вот, потому что не была, не ездила, и так летела домой, потому что сильно уже и пить хотелось. В смысле кофе, потому что, ну, водой тоже особо не напьешься. Поэтому такие вот пироги. Кстати, этот, на улице вообще брови нравятся, как смотрится, и волосы вообще по-другому выглядят абсолютно, ну, вот, чем на камере, поэтому... Не знаю, ну, короче, что получилось, то я довольна. Как-то так поярче образ стал. Хотя накрашены в данный момент только одни единственные ресницы, все. Остальное вообще ни грамма косметики. Поэтому вот. Я уже приехала убирать третью квартиру. Вы бы видели, какая дождина влупила. Я только зашла в подъезд, и дождь пошел, обалдеть. Поэтому пока сейчас дождик идет, я здесь убираю. Ну, здесь практически ничего не надо делать. Очень чистенько, все супер. Поэтому осталось дождаться только, когда дождь закончится, и можно идти потихонечку домой. Блин, и так хочу в магазин зайти. Поэтому, наверное, я раньше, даже если будет моросить там небольшой дождь, все равно придется ехать раньше. Вот, а там уже покручу быстро педали. Хорошо, что хоть дорогу знаю, потому что у нас там перекопано, и... Если не знать, где эти сами, где бордюрки, потому что там перенесли немножко обход вот этот вот. Раньше был там прямо, а теперь они немножко перенесли эти ограждения. Поэтому можно и убиться, если не знать. Все, я уже освободилась, и дождик такой прям меленький, поэтому не растаю. Выкатываю велосипед и поехала. Кошмар.
Короче, мне очень сильно повезло, потому что дождь вообще практически не падает, и я не попала под ливень. Так что супер, направляюсь в магазин. На этом свой влог я хочу закончить, поэтому всем огромное спасибо за просмотр и всем пока-пока!